так трясся. Ему, наверное, страшно. Главное, чтобы он не нассал на столик. В общем, сказали то, что через полтора часа все будет готово. Остается только ждать. Или пойти в зоомагазин и там что-нибудь присмотреть. Да, теперь я похож точно на эту бизнес-сучку с собачкой на руках, с большим, как это называется, с большим клатчем. Я нашел прикольный домик в виде знаков Калифорнии, Лос-Анджелеса, вроде какой-то непонятной фигни. Кстати, я же тогда не удержался, все же зашел в магазин и купил себе рыбы гуппи. Раньше, где-то, наверное, года 4 занимался аквариумистикой. А нет, вру. Почти 3 года. У меня были большие аквариумы. Теперь у меня маленький один аквариум. В каком-нибудь блоге вы, наверное, видели. Так что снова мой дом полон животных. Так вот, значит, говорил я про рыбок, забрел я в рыбный отдел и влюбился в один прекрасный аквариум под названием «Нанокуб», вот он там большой. Знаете, что это означает? Это означает то, что Саше не нужно давать много денег. Это значит то, что Саша все потратит на те вещи, которые в дальнейшем денег не принесут, но принесут моральное, духовное удовлетворение. А у вас свободна касса? Да, свободна. Все, идем оплачивать товар. Сегодня мы попали на кругленькую сумму. Пакетик вам надо? Нет? Да, наверное. Большая тележка с покупками. Главное ее не расхреначить. Ну и по традиции пойдем отнесем тележку на место. Ну, мелкого все еще стригут. Я решил пройтись, потому что я уже устал сидеть в машине. Слушайте, очень галантные и пунктуальные торговцы. У нас есть самса. А еще нам предстоит сейчас ехать домой вместе с подстриженным псом. Разбирать вещи, которые я купил, а главное снова запускать аквариум.